Украинская национальная кухня разнообразна и неоднозначна. И возникает вопрос, какие национальные блюда наиболее популярны в Украине и какие из них самые вкусные? Давайте же в этом разберемся и составим топ-5. Галушки. Довольно интересное и максимально простое блюдо украинской кухни. А если быть точнее, кухни Полтавы. Ведь именно там свои истоки берет данное блюдо. Кстати, коренных жителей Полтавы называют галушками. А еще там периодически проходит фестиваль, который посвящен данному блюду. Ну а мы переходим к четвертому месту, на котором располагается блюдо под названием деруны. Деруны – это многонациональное блюдо, которое в России или Беларуси называется драники, а в Германии – райбекухен. И кстати, свои истоки оно берет именно из Германии. И если коренных жителей Полтавы называют галушками, то коренных жителей Германии – картошками. Готовятся деруны из тертого картофеля и подаются на стол со сметаной. На третьем месте расположились вареники, близкие родственники пельменей. Но в этом случае сюда кладут уже не мясную начинку, а преимущественно растительного происхождения. Наиболее популярными начинками для вареников являются картофельное пюре, творог, капуста. Ну а в отдельную группу можно отнести ягодные начинки, особенно стоит выделить вишню. Исторически блюдо вареники в Украину пришло из Турции, и их прототип это турецкие дюшвара. На сегодняшний день вареники являются визитной карточкой украинской кухни и одним из лучших национальных украинских блюд. На второе место поставим также одно из самых вкусных блюд украинской кухни и название ему «Холодец». Холодец является национальным блюдом не только в Украине, а рецепт его берет истоки из французской кухни. Готовится он из мяса, которое дает хороший навар для бульона. А для получения той самой желеобразной консистенции в холодец могут добавлять куриные лапы или же свиные ноги. Наиболее вкусный вариант этого блюда – холодец с хреном. Ну и наконец козырь и главная гордость украинской кухни – борщ. По определению, борщ – это свекольный суп на мясном бульоне, но главным и незаменимым ингредиентом здесь являются томаты в любом их виде. Это могут быть свежие томаты, томатная паста или же томатный сок. В Украине можно встретить борщ без свеклы, но вот без томатов не встретишь. Видов рецептов этого блюда огромное множество, и они могут разниться в зависимости от региона, области и даже человека, который его готовит. Подают на стол борщ со сметаной, зеленью, чесночными помпушками и салом.